Добрый день, меня зовут Дмитрий Алексеевич, и я врач по медицинской профилактике. Сегодня мы рассмотрим тему детский травматизм. Детский травматизм – это серьезная социальная проблема. Дети травмируются как на улице, так и дома. Дома чаще всего дети травмируются рядом с окнами, происходит выпадение из окон. Это чревато травматичностью. Количество случаев выпадения детей из окон растет, к сожалению, с каждым годом. Чаще всего дети выпадают из окон с 2 до 4 лет, в самом активном возрасте. В 30% случаев родители не находятся рядом с ребенком. В 70% случаев это промежуток времени, когда ребенок остался один в течение 15 минут. Почему же дети выпадают из окон? С чем это связано? Как уберечь ребенка? Москитная сетка не защищает детей от выпадений из окна. Она только их провоцирует опираться на нее. Для защиты от выпадения детей из окон обычно люди ставят себе замок, ручку с замком, специальную щеколду для проветривания, которая ограничивает открытие. Но также еще есть специальные защитные решетки от выпадения. Сегодня в гости мы пришли к нашей сотруднице Анне Владимировне для того, чтобы она рассказала немножко более подробно об этом инструменте. Что сказать? Стояли ручки с замком. Очень подвижный ребенок, который смог открыть ручку, и, слава богу, вывалилась в окно только сетка. Именно это сподвигло меня на установку решетки от выпадения детей из окон. Вы видите, она крепится в 7 местах, очень крепко. Ее сложно отцепить даже взрослому мужчине. По конструкции выдерживает заявленные 40 килограммов веса. То есть я выдохнула спокойно. Плюс удобство этой сетки еще в том, что не надо носить с собой постоянно ключик, его прятать для того, чтобы окно открыть, закрыть, открыть на проветривание. Больше не боюсь самого страшного звука для родителей – это тишины. Когда ребенок затихает, значит, он занят чем-то другим, но никак не тем, что он открывает. Советую всем обратить на это. Прокомментировать данную ситуацию мы попросили заведующего детского отдела Сарванову Светлану Валентиновну. Самое бесценное в нашей жизни и есть сама жизнь, а детская многократно важнее. И уход из нее в юном возрасте – это боль тотальная, испепеляющая душу любого здравомыслящего человека, но неприступна безответственных мам и пап. У большинства родителей на уровне глубинной генетической памяти заложены инстинкты защиты своего дитя от разных опасностей и случайностей. Конечно, есть и непредотвратимые ситуации, но в большинстве своем все несчастные случаи предотвратимы. Была бы только родительская воля на это. И сколько лет твердят всему миру, что существуют средства в помощь родительской ответственности. Цена их мизерна в сравнении со спасенной детской жизнью. Это ручки с замком, оконные замки, фиксаторы на окна, оконные розетки-заглушки и решетки на окна от детей кит-стоп. Любите своих детей, как это предназначено нам природой. И будущее ваших детей будет ярким, интересным, плодотворным. И ваше тоже. Не поощряйте лазание ребенка на подоконник. Ребенок должен понимать, что это довольно опасно и место не для игр. Обязательно не захламляйте место перед подоконником, чтобы ребенку было легче залезть. Обязательно ставьте защиту. Мы рекомендуем вот такие сетки. Защитная решетка. Ваш ребенок будет в безопасности, вы будете спокойны. Берегите себя, берегите своих детей.